Всем привет! Решил я вспомнить как бы об этих машинках, потому что это одни из первых посылок, машинок, заказов, которые я получил. Вот эти две машинки были как бы началом моей коллекции. Вот, я их выписывал с интернета, искал, и в общем мне понравилось вот именно вот как киногерой по фильмам, мультфильмам вот этот автобусик. Я его не распечатывал, он у меня так и висит как память. Вот один из первых моих коллекционных машин. В этой же посылке была Fire Lady 2000. Классная машинка, я не покупаю другого цвета. Я как бы берегу память этой машинки и не стараюсь ее чем-то там заменить. Она у меня вот висит на цепочке со всеми машинками. Одна из первых, так сказать, коллекционных моделей. Вот, полученных. Я еще тогда не знал, как выписывать, там, кто мне ее пришлет, не пришлет. Я еще как бы боялся получать посылки, там, скидывать деньги, но уже как-то привыкли друг к другу, мы пересылаем друг другу эти машинки. Вот, уже не боимся не получить посылки, и как бы уже это как в порядке вещей. Вот такая машинка, может кто вспомнит. Потому что она мне была приобретена еще в том году, наверное, еще аж в начале года. Вот, я поздно занялся этими модельками. Ну вот, вроде все, пока-пока. Фотки смотрите, пишите.